Так, собираем боеприпасы. Снова зеркальце. Мы там уже были. Так, и что же за тварь-то? И ключик бы тоже не помешал. Где бы найти эту Стивенс? Но по-любому где-то мертва. Хорошо. Театр. Я иду за тобой. Так, что у нас тут имеется? Так, у нас задание театр. Давайте-ка осмотримся еще. Опа-на. С ней я не хочу связываться. Если честно. Так, там поезд у нас. Заправка, что ли, или стоянка какая-то. Хотел эту птичку замочить. Отлично. Опа. Так, некоторые ящики заперты. И? Что нужно сделать, чтобы их открыть? О, автомат. Так, 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 так. Ты где? Опа, 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 опа. Ну давай, подходи. Никто не услышал. Топорик нам пригодится. Давай-ка еще. Все. Кажется, все. Что за звук?
Детали для оружия взяли. Воу, воу, воу. Оп. Ух ты, нифига себе. Сколько их там повылазило-то? Точка резонанса. Нифига вас тут, ребята. Еще одна точка. Поближе будет. Давайте сходим туда. Двери в автобус открыты. Может, в автобусе что есть? Вон там. Не. Спасибо. Звуковой сигнал я делать трогать не буду. Так, вон БТР. Ох ты! Я ж тебя прикончил. Вот тебя только здесь не хватало, блин. Так. Ух ты. Так, я надеюсь, из нее-то не повылазит сейчас. Так. Бегаем вокруг, пока патроны есть. Давай перезарядим. Ах, тварь. Ha ha ha!
Патронов нет. Два патрона снайперской. Так. Черт, промазал. Она такая шустрая, а? Тупик, тупик, тупик. Ну что-то, блин, еще и устал. Но давай не будешь ты уставать. Ох ты! И мне досталось. Блин! Все, все истратил, но... Попробовать, может, задержит. Да чё? Такое ощущение, как будто сквозь нее все проходит, блин. Вставай. О, боже, а. Держи. Так. Да ладно. Прикончили. Фу, это была жесть. Подсумок для снайперской. Это невыносимо. Только я все это вижу. Это тварь здесь, со мной. Наверняка. А, ну это мы слышали уже, да? Как раз недалеко. От той точки резонанса. Они сжигают тела. Зачем? Так, а здесь ничего. О, давайте заберем то, что потеряли, блин. Не мимо все настреляли. Текс. Порох.
Так, где-то здесь. Патроны для пистолета. 3 штуки. Но они нас не спасут. Если так, только слегка. Посмотрим, что там за дверь. А, заперто, блин. Дымный порох, дымный. Лучше бы не такого пороха давали. Ух ты! Нет. Какого черта, блин? И не выйти, да? Блин. А вон двери открылись. Так, она в мою сторону идет. Жесть, блин. Жесть. Так, сваливаем. Но нет. Что будет на этот раз? Что эта тварь хочет от меня?
Я тоже задаюсь этим вопросом. Опа-на. С этой комнатой что-то странное. Я такого раньше не встречал. Да блин, все по кругу. Это я из прошлого. Да чтоб тебя! Че, зеркало опять? Ой-ё. Черт. Ну почему ты идешь опять в мою сторону? Зачем? Я тебя не вижу, блин. Надеюсь, ты не слышала. Так, давайте-ка в эту дверь зайдем. Что-то не так с этим зеркалом. Может, это именно то, что я искал? Так и что с этим зеркалом-то делать? Гуляет там, блин. Так, надо что-то с зеркалом делать, значит. Так что тебя? Перестанешь там шастать-то, а? Кругами, блин. Дай мне к зеркалу подойти. Так,
Так, какая дверь-то? Там что-то дверь светилась какая-то. Это что? Понятно, надо что-то, блин. Что-то с зеркалом. Да чтоб тебя. Это из этих дверей, походу. Если в зеркале там светится какая-то дверь. Какая из них-то? Первая или вторая, блин? Вот это, наверное, скорее всего. Чё-то мне так кажется. Что-то не так. Почему эта штука меня преследует? Так, слайд взяли. Пипец, блин. Запары на запаре, блин. Или что здесь? А, здесь подсумок. Для снайперки. Первый подсумок для снайперки. Блин, вас-то еще не хватало.
Поезд надо проследовать, исследовать. Давайте попробуем. Воу-воу-воу. Еще. Есть. Фу. И чё? Зря что? Ещё быстро. Воу-воу. Все, патронов нету, что ли? Жесть. Так, что-нибудь сделать-то можно. Все патроны истратили, блин. Один. Так. Это же один. Кстати, друзья, нам повезло просто. Так зачем? Фиг его знает. Здесь все равно нифига нету. Что там осталось? Домик он тот. Вроде как. Пусто. Туда вообще не пускают. Бегают, бегают там. Так, тут закрыто все. Пистолеты патронные. Ой. Патрон от пистолета. Пистолеты патронные. Давайте-ка.
Посмотрим здесь. Надеюсь, никакой призрак больше не вылезет. Дневник бармена. Последняя запись по трёпанном дневнике. В баре кипит жизнь. Дела у нас идут хорошо. В Юнине в последнее время много новых лиц. Составы приходят битком набитые, и все прибывшие хотят пить. Если так пойдет и дальше, я наконец смогу продавать пиво на разлив. Пит жалуется на слишком большой наплыв посетителей. Я считаю, чем больше, тем лучше. Он всегда был брюзгой, а в последнее время стал совсем уже странным. Сидит на своем обычном месте, бросает на новых посетителей убийственные взгляды и что-то бормочет себе под нос. Так. Я бы его поставил на место, но он мой главный завсегдатай. Пусто. Да, жесть, не картина. Открыть гидрант. У кого-то проблемы. Да. Ты что ты застрял? Блин. Его на части порвут. Может, застану врасплох? Жесть, короче. Ладно, ребята. Там снаружи. Блин. Как я тебе помогу? У меня патронов ни черта нету. Что? Так, электрический-то болт у меня есть, нету?
меня вообще никаких болтов нет. Жалко, что нельзя. А, провалено. Замочили его. Ладно. Тогда бежим отсюда. Бежим, бежим. Блин. Все, что ли? Чья-то рука? Закрыто, я смотрю. Тоже закрыто. Ладно, друзья, давайте пойдем куда там, в театр. Потратили все, что можно было потратить. Теперь идем. Театр. Подсумок. Тварь стоит, которую я ненавижу больше всего. Надеюсь, она не раздавит нас. Ух ты! Раздавить она не раздавит, но не пропустит. Давай, давай, давай.
черта здесь это понавешено. Проклятие. Лили внутри. Ты не оценил представление моей прекрасной обскуры. Может быть, это тебе понравится больше. Слушай. Нет, помогите мне. Мой главный шедевр еще не закончен. Но ты не достоин того, чтобы увидеть его, пока не научишься ценить мое искусство. Слушай, слушай эти вопли, эхо моих трудов. Ценить искусство, да? Пора проверить теорию Хоффман. Так, какие-то там сигналы. Творение. И здесь творение. А. Подсумок, ну давайте заодно и подсумок возьмем. Так, давайте для начала в убежище сходим. Где-то оно здесь у нас. Вон там. Сохранимся.